Сегодня очень важная тема, о которой я хотел бы поговорить. Я думаю, что для лидеров эта тема очень важна. Поэтому тебе необходимо открыть Библию. Первое Коринфянам, 8 глава. Библия нас воспитывает и ставит на правильную дорогу. Нам необходимо быть в правильном поезде. И на правильных дорогах. Наш маршрут должен быть уточнен Иисусом Христом. Библия нам, Евангелие нам дает правильный поезд. 4 евангелиста. Они показывают истинный поезд, на который нам необходимо сесть. Эту функцию выполняют 4 евангелиста. После этого начинаются истории. От Деяния апостолов до Откровения. Как себя вести в этом поезде, чтобы тебя не вышвырнули вон. То есть весь Ветхий Завет, она сопровождает нас до вокзала. Потом 4 евангелиста, они сажают нас на правильный поезд, который имеет маршрут земля-небо. То есть мир, этот мир и небо. И все остальные книги, они указывают нам о правильном поведении в поезде, чтобы нас не вышвырнули вон. И для того, чтобы в итоге мы унаследовали жизнь вечную. Итак, 1 Коринфянам, 8 глава. 13 стих. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». О чем идет речь? Я не хочу соблазнять брата. Вы понимаете, что речь в итоге не о мясе идет. Апостол Павел не отказался от мяса. Но на данный момент он немножко вошел в тесноту для того, чтобы приобрести брата. Потом он мог бы выйти из этого и, естественно, в другом месте питаться мясом. Но если брат является вегетарианцем, он слаб и просто ест пищу, зеленую пищу. И в его доктринах отсутствует мясо. В его философии неприемлемо питаться мясом. Нам нет нужды бороться за мясо. Лучше привести этого человека ко Христу. Потому что мы верим, что и вегетарианцы тоже попадут на небо. Если верят Иисусу. Итак, наша миссия не заключается в том, чтобы научить людей питаться мясом. Но наша миссия заключается в том, чтобы путеводить людей на небо. Итак, апостол Павел отказывается от чего-то для того, чтобы не соблазнять людей. А насколько мы можем отказаться от того образа культуры, в которой мы выросли с детства? Вы знаете, в армянской культуре не все идеально. Не все правильно и очень многому необходимо измениться. Просто необходима модернизация. Например, раньше армяне жили в небольших домах, построенных из камня. И, в общем-то, эти камни накладывались без цемента друг на друга. И стягивающий раствор был из яйца и еще из чего-то. Паркетных полов в доме не было. Они даже пола не имели. И там не имело смысла снимать обувь. И все, в обуви спокойно заходили в дом. Но ведь уже прошло 1000 лет с этого времени. Но мы, оставаясь в армянском мышлении, в обуви грязной зайдем в чистый дом. И мы плюем на хозяйку дома, которая после тебя начнет драить эти полы или ковры. Если ты лидер, я тебя прошу, когда ты входишь в дом чужой, сними обувь свою. И даже если тебя уговорят, ничего, оставайся в обуви. Естественно, если они тебя сильно упрашивают, да ладно, ничего, оставайся в обуви, тогда можешь остаться. Но ты всегда проявляй волю для сохранения чистоты. Это вопрос культуры. Конечно, есть другой вопрос, что, может быть, носок твой дырявый. Знаешь, это намного хуже тому, что ты являешься. В дырявых носках помазание уходит, там дырка, и через эту дырку все помазание выходит. Поэтому я советую вам, обновите ваше мышление. И если твои носки становятся дырявыми, выкинь их в мусорное ведро. Не заштопай их. Сейчас можно и за 100, и за 150 драм купить носки. И если от твоих ног пахнет, в аптеке есть крема противогрибковые запаховые, которые стоят 500 драм. Ты можешь их помазать, и запах уйдет от тебя. Ты скажешь: брат, о чем ты говоришь? Мы сегодня пришли о духовном слушать. А что, Павел, когда говорил о мясе, это было духовно? Ведь об этом говорил, что он соблазняет этим мясом. Вы знаете, я бы не говорил об этом, если бы одна женщина просто не ушла из нашей церкви. Она пришла из русской культуры. И в России. Это нормально, это принято. Что обувь необходимо снимать. Она была в шоке. Когда я пришла к вере, я устала от одного. В мой дом приходило много народу, но никто не снимал обуви. И мне постоянно приходилось убирать. И знаете, у меня больше не было желания, чтобы кто-либо в мой дом заходил. И они обиделись, почему я не имел связи с ними. И она подумала: ну, лучше, чтобы на меня не обижались, лучше, чтобы я больше не ходила в церковь. Неужели мы не соблазнили кого-то? Ведь эта женщина удалилась от Господа. В чем вопрос заключался? Только в одной обуви, в одной туфле сняли бы эти туфли. Я хочу, чтобы мы получили сильное лидерство. Не сильное в соблазнении, но сильное в силе. Потому что Слово Божье говорит: если я могу чем-либо соблазнить кого-либо, никогда этого не сделаю. Кто помнит о царице Савской? Когда она вошла к царю Соломону, она увидела просто поведение. Она увидела культуру поведения. Как они обедали, как они садились, вставали. И вы знаете, эта царица потеряла сознание. И она упала в обморок, увидя просто культуру поведения внутри. Я хочу тебе задать следующий вопрос. Когда человек, сидящий рядом с тобой, видит то, как ты питаешься, что же это, соблазнение или слава просто Божья? Я вижу, как питаются многие лидеры. Они, не проглотив первый кусок, не доживав его, уже кусают второй. И при всем этом они еще умудряются говорить с человеком. Знаешь, не доживав кусок, уже укусить второй, это мышление и поведение голодного человека и нищего человека. И так нам необходимо быть царским племенем. Помни всегда. Кусочки бери маленькими, порции бери маленькими. И до тех пор, пока не проглотишь эту порцию, не приступай ко второй. Если ты будешь так питаться, твоя работа будет такой же. Пока не проглотишь первую работу, не начнешь вторую. Обратите внимание на тех людей, которые, жуя еще первый кусок, уже кусают второй. Он и в деле точно такой же. Не закончив первое, он уже хватается за второе. Наши привычки приводят нас к мучениям. Если это сегодня какое-то обличение, завтра это приведет тебя к спасению. Что же означает ходить в гости? А лидеры — это именно те люди, которые больше всех ходят в гости. Это означает, что войти к чужую культуру и иметь ту линию поведения, которая соответствует этой культуре. И мы не всегда умеем так поступать. И очень часто мы устаем от этого. Когда тебя приглашают везде, когда ты лидер, тебя везде всегда приглашают. Но это же не означает, что ты везде должен ходить. Вы знаете, я удивляюсь лидерам тем, которые, где стол накрыт, там и они. И даже поминальный стол. Пища — это не предмет нашего поклонения. Я знаю людей, которые встретили верующих, и после этого они вообще даже о вере слышать не хотят. И вполне возможно, с такими случаями вы сами часто сталкивались. Когда ты говоришь «верующий», у них ассоциация с бомжами. Это те, от которых постоянно воняет. Возлюбленные, это не должно относиться к нам. Ведь Библия так часто и так много пишет о помазании. А сегодня так много масел для помазывания. И духовных, и также физических для твоего тела. Итак, от нас не должно пахнуть потом. Забудьте это понятие «утром умылся». Но примите новый стандарт. Утром принял душ. И до тех пор, пока ты не примешь душ, никогда не выходи из дома. И когда ты вечером вернешься домой, до тех пор, пока ты не примешь душ, не иди за стол. или за чашечку чая. И через 2 месяца это для тебя станет привычкой. Я знаю, что многие из вас именно так и живут. Это же не означает, что касается всех. Если это тебя не касается, значит, просто играй в игры. Можешь в крестики-нолики играть или выбрать какую-нибудь другую игру. Как сейчас многие братья со своими компьютерами. Но если это касается именно тебя, изменись. Аминь. Потому что это будет чудесным для твоего служения. И тогда ты никого не соблазнишь. Аминь. Следующее. Следи за запахом своим изо рта. И если у тебя пахнет изо рта, люди не будут слушать Евангелие из уст твоих. И когда ты уже начинаешь сильно... Когда ты уже разгоряченно разговариваешь, будь внимателен, чтобы ты не начал плеваться в лицо человеку. Потому что этот человек больше не захочет видеть тебя. Но будь таким человеком, с которым каждый захочет вновь встретиться. И когда они будут знать, что ты идешь к ним в гости, тогда эти люди просто уберут, сделают генеральную уборку в доме при твоим приходом. Потому что они будут знать, что ты достоин этого. Вот это лидерство, возлюбленные. Ничем не соблазнять. Когда ты говоришь с человеком, не прилипай к человеку. Человек от тебя отходит, а ты опять липнешь к нему. Среди наших лидеров. Я знаю много людей, которые просто, когда разговаривают, они просто уже на тебе. И расстояние между их ртом и моим 40 сантиметров. Приблизительно, да? Вот расстояние для общения друг с другом. Да, можно чуть приблизиться, но вот разница должна быть между вами в полметра, в метр, нормально. Не стоит таким образом, чтобы человек уже думал, что ты сейчас уже навалишься или обнимешь его. Ты скажешь, ну что за глупости? Но именно это то учение, которым тебя не учили с детства. Многих об этом не учили. И, возлюбленные, из-за этого на многих это действует. И пусть ваша одежда не будет в пятнах. Пусть она будет выглажена. И во всем следите за собой. И если скажут о тебе, они скажут «человек с иголочки». Аминь. И поступая так, мы больше людей приобретем. Ты скажешь, ну ведь это плотская жизнь. Дорогой мой, но ты состоишь-то из плоти. Если ты в состоянии только духовно с ним поговорить, оставив свое тело, тогда, пожалуйста. Но если для того, чтобы поговорить с этим человеком, тебе необходимо и тело свое сопроводить. Хочешь ты того или нет, но твое тело идет с тобой. Давайте откроем послание Римлянам. Римлянам 14 глава, с 1 стиха написано. situați întunesc nerean. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что может есть все. Немощный же ест только овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест. А кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. 15 стих. 14 глава, Римлянам 15 стих. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоею пищей того, за кого Христос умер». Не губи брата своего по причине пищи своей. Возлюбленные, из-за своего поведения не уничтожай, не убивай других. И если по причине пищи можно разрушить дело Божье, то тем более по причине отсутствия личной гигиены можно разрушить дело Божье. Возлюбленные, если мы это не начнем сегодня с себя, мы не сможем это распространить на деревне. Но я уверен, что именно эта культура, она придет в деревне, о том, о чем мы сегодня с вами говорим. 21 стих. Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, соблазняется или же изнемогает. Если человек притыкается об этом, если он соблазняется, не делай этого. Давайте откроем 1 Коринфянам 10 главу. Кто верит, что это не только вопрос касается Армении, но это вопрос касается всего Кавказа и Ближнего Востока. Так мы призваны нести Евангелие, то есть мы призваны нести чистоту. Аминь. И здесь написано. Возлюбленные, я сегодня не говорю о том, какой фасон одежды ты выберешь. Будь то классический стиль, будь то спортивный стиль. Неважно. Главное, чтобы одежда твоя чистой была. Итак, вопрос не в физиономии, а вопрос в психологии. Чтобы мы следили за собой. 1 Коринфянам 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни грекам, ни церкви Божьей, и так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Апостол Павел, он говорит, я не ищу своей пользы. Итак, давайте не искать своей пользы, но искать спасение людей. Кто принимает все это? Если ты все это принимаешь, давай встанем на ноги. И помолимся, чтобы именно хорошие традиции стали нашими привычками. Не думайте, что все мужчины такие. Тем более среди наших лидеров большинство следят за собой. Среди пасторов. Но эту культуру нам необходимо принести в наши домашние группы. Это необходимо принести в нашу жизнь. И тогда по всей Армении это будет распространено. И, пожалуйста, обучая этой тематике, будьте очень чутки и корректны. Найдите момент, когда можно об этом поговорить. Но самое великое, то, что ты будешь делать, это пример твоего личного поведения. Когда ты сам себя будешь так вести. Кто сегодня что-либо получил? Слава Богу. Давайте сохраним то, что мы поняли. Потому что именно все Слово Божье об этом и говорит. И ни для кого не будем соблазном. Так, анализы показывают, что у вас 3 блокированные артерии. 3? Не очень приятная новость. Удивительно, что вы вообще еще живете. Операция необходима как можно быстрее. И когда меня будут оперировать? Вам повезло. У меня как раз есть окно завтра утром. Завтра? Ну мне нужно время, чтобы привести себя в форму. Простите? Привести себя в форму? Ну да, не буду же я ложиться на операцию с неважным здоровьем. И думаю, что у нас есть время. Как? Ну мне же нужно бросить курить. У нас нет времени. И пить? Да, мне непременно нужно бросить пить. Да послушайте же меня, я пытаюсь спасти вашу жизнь. Пытаетесь ли вы привести свою жизнь в порядок, когда вам прежде всего нужно обратиться ко Христу? И прическа. Да, мне нужна новая прическа! Դուք կարող եք գրել մեզ հետևյալ հասցեով 375 010 Հայաստան Երևան абонентային արկղ 18 կյանքի խոսք եկեղեցի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով tvision@volarm.org Ինտերնետային կայքի հասցեն է www.volarm.org Вы можете связаться с нами по адресу 375 010 Армения, город Ереван, абонентский ящик 18, Церковь Слова Жизни. Адрес нашего сайта www.volarm.org, а также по электронной почте tv@volarm.org.